На фонтане в парке Северном треснула одна из деталей. Из-за этого водная достопримечательность временно не работает. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Сергей Ротмистров. Деталь уже заказали на заводе. Как только она придет, специалисты произведут замену и фонтан запустят снова. Пока находиться на его территории небезопасно. Напомним, что в Роспотребнадзоре попросили арчан не купаться в фонтанах. Там размножаются микроорганизмы, особенно при высокой температуре. И поэтому купание опасно для здоровья.